Сравнивать нужно! Очень вовремя он мяч выносит. Крайне опасная ситуация была. Марко Ройс. Можно бить Малену. Какое... Пенальти! Не сомневается, арбитр в своем решении будет 11-метровый. Ройс разбегается. Удар с 11 метров и гол! Счет снова равный, 1-1. Лионель Месси. Пари Сен-Жермен будет подавать угловой. Он делает короткий пас, решил не навешивать. Отличное оборонительное действие. Никлас Зюле. Здорово отдано на ход. Очень хорошая позиция у него была, но это все в прошедшее время. Была да сплыла. Лионель Месси уверенно отбирает мяч. Лионель Месси. Как здорово он мячом распорядился. Мбаппе получает пас. Гол! Они снова впереди. После этого гола Пари Сен-Жермен впереди, и команды начали с центра поля. Юлиан Брандт. Для защиты все могло закончиться гораздо хуже, но этот перехват спас команду. Организовали хороший прессинг и вернули себе мяч. Эмре Джан. Отдает мяч точно сопернику. Юлиан Брандт. Хакими. И перехвачена передача Неймара. Неймар. Неймар неудачно передачу отдал. Дониэл Мален. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Мбаппе. Мбаппе отправляет мяч в штрафную. Защита надежно играет. Высоко они играют сейчас, и мяч перехватили. Вот что значит спасти команду. Этот перехват получился как нельзя вовремя. Гости забрали себе мяч, и владение полностью за ними в последние минуты. Но каких-то дивидендов от этого они пока не получают. Моментов очень мало с их стороны, и лично мне не видится в ближайшее время, за счет чего они могли бы сравнять счет. Лионель Месси. Шанс забить сейчас. Рывок получился слишком быстрым. Судья показывает, что был офсайд. Азар. Ну кто так играет? Просто взял и отдал пас сопернику.
Пабло Сарабия. Отличный пас он отдает. Момент для Мбаппе. Так вовремя он в отборе сыграл. А вот и атака парижан. Хорошо отдает в движение. Смелее действовать нужно. И вратарь потащил. Грегор Кобель не дает забить. Малин. Ворота все ближе. Бить надо и сравнивать счет. И есть гол. Пропускают они, но спасительное место по-прежнему за ними. Да, на турнирный расклад это никак не влияет. Все еще остаются они вне зоны вылета. Повтор очень хорошего гола нам показывает. Рабочий такой мяч получился. Задавили они соперника своим прессингом. Звучит свисток судьи. Перерыв. Судья дает свисток к началу второго тайма на Парк де Пренс. Себастьян Алле. Отбор чисто сыграно. Прервали эту атаку нарушением, и вполне тут можно карточку показывать. Неймар. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Неймар. Здорово отдал на ход. Гол пропускают. Они очень ненужный мяч. Он их опускает в зону вылет. Теперь нужно очень постараться, чтобы подняться из нее. Но знаем точно, что сделать это сейчас проще, чем выходить на решающий матч в последнем туре. Счет 3-2. Смотрим дальше. Ройс. Опасная передача, но и защитник не дремлет, перехватил этот пас. Там Ройс может сыграть. Момент закончен, ничего опасного не получилось создать. Он классно играет в прессинге, мяч перехвачен. Получится у них контратака здесь. Обратно нужно возвращаться и поскорее. Надо забивать и сравнивать счет. Удар в штангу. Получается вернуть себе мяч на чужой половине. Пари Сен-Жермен сделал все, чтобы забить. Ну, почти все. Все-таки попасть в створ не получилось. А без этого нельзя сравнять счет. Не дал сопернику довести атаку до завершения. И великолепная передача Неймара. Он порадовал болельщиков техникой приема мяча. Было вне игры в этом моменте, так что мяч засчитан не будет. Немного не хватило игроку, чтобы оказаться в правильном положении. А так все было в этой атаке сделано здорово. Рафаэл Герейро. Лионель Месси. Неймар. Пабло Сарабия. Дальше нам Мбаппе. Как отлично он мяч перехватил. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Очень удачный подкат получился. И может за такое дать желтую судья. И арбитр показывает желтую карточку. Такой пас, ну, никуда не годится. Мяч перехвачен. Удар нужен. Защитник молодец просто. Как здорово сыграл. Лионель Месси. Атака через фланг идет, и Месси там свободен. Можно забивать здесь. Грубить. Гол. Ну что, это тот самый мяч, который оставляет их в этом дивизионе. Так далеко не будем забегать, но мяч важнейший. Можно сказать, они забили гол сезона.
Повтор забитого гола мы с вами видим. Все четко в этом эпизоде сделал игрок нападение. Пробил сильно и точно. Не стал ничего выдумывать и послал мяч в сетку с близкого расстояния. Кто стоит? Молодец. На поле снова равенство. 3-3. Отличный момент. Есть. И вратарь потащил. Грегор Кобель не дает забить. И мяч перехвачен. Момент недавний отличный был, конечно, но как сыграл вратарь. Просто в голове не укладывается. Он сохранил ничью на табло. И будет совсем здорово, если это спасение придаст им сил в атаке. Даниэл Малин с мячом. Будет угловой удар сейчас. Это хорошая возможность выйти вперед. Угловой, подача, голкипер. Все в порядке. И Месси отдает пас на ход. Можно играть, вратарь не забирает мяч. Настоящий герой момента, голкипер сейчас. Очень здорово он сыграл и справился со сложным мячом. Сейчас он его зафиксировал, а вот до этого с очень опасным ударом справился. С мячом игрок Пари Сен-Жермен. У них может получиться неплохая контратака. Прям необходимо им быстрее вернуться назад. Штанга! Гол! Где же вратарь? Ау! Повторяет нам гол. Как же здорово они разыграли эту атаку. Все до мелочей точно у них получилось сделать. И совсем уж легкий решающий удар получился. Но, конечно, за ним стоят огромные командные усилия. Вот это поворот в нашем матче. В концовке все-таки получается команде выйти вперед. Мастерски сыграно. А дальше что? Нет, на этом все и заканчивается. Впереди еще 10 минут. Идет вперед Боруссия. Хотят они сравнять счет в самой концовке матча. Кириан Мбаппе. Хакими с мячом. Санчеш. Вратарь не фиксирует мяч. Нужно играть. Гол! Мяч все-таки оказывается в воротах. Пусть и не с первой попытки, но какая разница? Смотрим еще раз этот гол. Знаешь, Георгий, вот в этой ситуации я вратаря винить вообще не берусь. Просто не повезло. Очень результативный матч у нас сегодня. Приятно смотреть. Отличные оборонительные действия. 90 минут основного времени истекают через 4 минуты. Неймар отправляет мяч в штрафную. Но слишком близко к вратарю был мяч, и дальше его рук не пошел. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Не дает защитник навесу пройти. Карлос Солер. И Пари Сен-Жермен исполнит стандарт. 2 минуты добавлено к основному времени тайма. Получается сыграть на перехвате. Хороший матч они сегодня провели, и теперь точно можно сказать, что борьба за выживание.